Привет, ребята. Меня зовут Машенька. Я заболела. Мама говорит, это потому что я не ем овощи. Конечно, зимой овощей нет. Зимой только вкусные конфетки и шоколадки, киндер-сюрпризы и разные печеньки. Я объедалась, а теперь пришла весна, все ребятки гуляют, а я сижу и болею дома. Мама сказала, если я буду кушать овощи, я выздоровлю, но я не хочу. Сейчас я буду пробовать редисочку. Знаете, ничего, очень даже вкусненько. Зелень мне тоже понравилась. Теперь я буду кушать овощи. Ребята, это я, Машенька, и я выздоровела. Теперь я смогу гулять вместе с ребятками на площадке. Ура, ура! А еще сегодня я угощу овощами свою лучшую подругу, маленькую принцессу Софи. Посмотрим, понравится ли ей, ведь она тоже их никогда не пробовала. Сонечка, привет! Ты пришла ко мне в гости? Я очень рада, сегодня я буду тебя угощать овощами, чтобы ты не болела. Это редиска. Ну-ка попробуй, тебе она понравится, такая с хвостиками, как мышка, на маленькую. Какая ты молодец, ты хорошо кушаешь овощи. Вот я тебя угощаю. Дарю тебе щавель, попробуй. Фу, ну чуть-чуть попробуй. Щавель очень полезный, там много витаминов. Ну один разочек, вот я покушала и выдавила. Не хочешь, не понравился? Тебе понравилась редисочка? А если я попробовать один листочек один разок еще? Ну что же, хотя бы редиска понравилась.